как бы круговое движение. Движение по полосам у нас есть знаки. Доехали до кругового. Должны уступать дорогу. Двигаемся по кругу. И здесь, если съезд на Литовский вал, у нас есть полоса правая направо, левее полоса у нас движение по кругу. Проехать по круговому движению без нарушений правил дорожного движения, к сожалению, удается не всем. Очередной выезд скрытого патруля был посвящен выявлению нарушений водителями на площади Василевского. Повороты не свои полосы на Литовский вал, а их было зафиксировано за считанные минуты 5, стали самыми распространенными нарушениями за время дежурства. Казалось бы, все просто. Для съезда необходимо принять крайне правое положение, убедиться в безопасности. Есть даже разметка, указывающая движение по полосам, и крупная стрелка поворота, которую прекрасно видно, но не для всех. Госавтоинспекция напоминает, что при перестроении на круговом движении необходимо не забывать указывать сигналы поворота, двигаться согласно дорожным знакам и разметке, не создавая аварийной ситуации. Не нарушайте правила и будьте здоровы. Можете сказать, почему нарушаете? Ну что я скажу на это? Получилось. Не заметили? Это передать. Когда двигались, с какой полосы поворот совершали? На круговом движении. На круговом движении. Ну, начинается. С какой позволили, с такого совершали. Признаете, да? Да, признаю. Конечно. Здравствуйте. Я что, злостный нарушитель? Нет. Хорошо, хоть по колесам не стреляет. Так, получилось. Да, а подарки? Сейчас будут. Вдруг группа захвата какая-нибудь, аферистов. Уважаемые автомобилисты, когда двигаетесь, внимательно смотрите на разметку. И строго по разметке куда-нибудь поворачивайте или останавливайтесь, потому что, чтобы не было вот такого казуса, как произошел. Я приношу свои извинения, но вот я много лет за рулем, и бывает, наверное, на старуху бывает. Всего хорошего.